Итальянские археологи обнаружили останки человека, погибшего во время извержения Везувия почти 2000 лет назад, в 79 году. Тогда пирокластическим потоком был разрушен древнеримский город Геркуланум. Его жители, не успевшие бежать, погибли. Среди них и этот мужчина, которому было около 40 лет. Самая важная информация, которую мы получили благодаря этому открытию, картина драматической ситуации, в которой оказались люди в критические моменты извержения. Этот человек, вероятно, забрал из дома ценные предметы, хранившиеся в деревянном ящике. С помощью эндоскопа мы смогли увидеть, что в коробке лежит бронзовое кольцо и, возможно, несколько монет. Поэтому он положил коробку в кожаную сумку, которую повесил на плечо, и побежал. Руины Геркуланума были обнаружены случайно, около 300 лет назад. За это время здесь было сделано немало интересных находок.